Ты выспался? Я, между прочим, проводила ТикТок, и все спрашивали Марселя, браво, да. А он спал, не выходил. Ты имеешь в виду прямой эфир? Хотела, все спрашивали, где Марсель. Я говорю, я не знаю. Теперь он появился, этот Марсель. Вот он где. Но я прямой эфир пока не веду. А когда я начну вести, я его уже не найду. Чарли, да, Чарли, ушко уже Марсель. Найди его уже там, найди. Где там ушко, покажи. Катя, мы сейчас Марселя снимаем. А Чарли хочет сам сниматься. И Катя, и Катя. А Катя меряется с тобой носами, я уже знаю. Марсель спал, спал и получил массаж. Ой, такой грозный Марсель. Сейчас скажи, как укусю всех. Как укушу, все страшно. Браво. Браво, ну покажи Чарли. Вот так, браво. Вот, вот какой красивый Чарли. Вот такой Чарли. Массаж Марселю, массаж. Массаж, вот так, массаж Марселю. Ну, конечно, Марсель хочет массажа, да. Молодец. Марсель. Ой, дай нос ему, дай, спасибо. Он так любит нос, ой, влазит твой нос в его ротик. Что такое, Катя, придавил? Да, ты придавил Катю, лег на них. Хвост. А Терри хочет так тоже туда на диван, она думает, что она не влазит. Терри, хочешь на диванчик? Чарли, там, между прочим, твоя лиса лежит и ждет тебя. Ты куда это направилась? Еще вырезается вот на папочку. Блестит. А ты ему дал вообще что-то вкусное? Вот ты ему дал, вот ребенок спал почти два дня. Нервничает Марсель. Не надо, ты еще. Ладно, сейчас принесу. Сейчас принеси. Сутки принеси. Спал. Сутки. Ну, для Марселя можно. Саша, там Грета, во-первых, что-то грызет. Иди. Грета? Да. Ну, Грета, я по звуку уже знаю, что это Грета. Саша. Катя? Катя может идти с тобой. Иди погуляй пока. И принеси Марселю что-то вкусное. Ребенок сутки спал. Марсель, сейчас папа может быть, что-то принесет. А то обиделся ребенок. Спал, пришел и ничего вкусного не дали. Слышишь, папа пошел в гараж? Там печенье лежит. Или орехи, я не знаю. Ты пойдешь стирать, Марсель, если он тебе даст? Или будешь кушать? Мёртвый, иди сюда. Мёртвый, иди сюда. Пойдем. Вот он, дай ему с этой стороны. О, все налетели. Это Марселю. Он честно заслужил. Его мучили на съемку, да, только что? Ой, вот печенька. Страшное дело. Иди кушай, иди. Мне кажется, за что все захотели кушать. Ну, не знаю, что это. А что ты тут дал? Печенье дали? Что-то вкусное, видишь? Ой, неужели вкусно так? Марсель, ты сегодня звезда после сутки сна. И даже постирать не пошел? Дай еще кусочек, я знаю, что у тебя еще есть. Один, Марсель, иди сюда быстренько. Иди. Нет, Чарли, не надо. Чарли, это не тебе. Это твой друг, конечно, но... Давай. Между прочим, Марсель этого веса на Чарли даже не чувствует на себе. Ой, какое вкусное печенье. Что? Чарли хочет забрать. Суточная доза. Суточная доза. Печенье. Ой, чебузи мой. А он думал, что ему заберут последнее. Марсель, ты куда? Никто у тебя это печенье не воровал, что ты прямо
Не, тебя кусочек забрал. А, я забрал, слышишь? Слушай, это он долго спал. Я же сварила мясо с кашей. Уже поставила в холодильник. Марсель, ты все пропустил. Кастрюля уже в холодильнике. Еще один пришел голодный. Африка сейчас как пожалеет. Марсель, кастрюля-то в холодильнике. Чего ж ты столько спал? Идем, идем. Уже я идем. С утра варила. Ну, думает, все, закончилось? Она уже успела остыть. Раздача закончилась. Давай, угадывай, в какой руке. В какой руке? Правой или в левой? Чарли, угадывай. Чарли сейчас... А там у тебя что-то есть хоть что-то? Вот в этой, говорит. Вот в этой, вот в этой. Не угадал. Да. А ну-ка, вы. Мне нравится Тиффани, даже внимание обращает, что-то что-то вкусное дают. Грета, а что там у меня грызло по звуку? Боже мой, барон. Так, все, Марсель мой исчез. Все, где Марсель? Я не вижу. Ты сказала про мясо, вон уже там. Я сказала про мясо, но так он уже опоздал на мясо. Теперь я ему столько дам, сколько дам. А так бы он залез в кастрюлю. Иди уже сюда. А так бы он бы залез в кастрюлю и ел бы сколько хотел. А так кастрюля уже в холодильнике. Я это обстановку, если суток, сутки не было. Вот. А теперь кастрюля, Марсель, в холодильнике. Будешь знать, как столько спать. Пошел за диван проверять, что там. Пойди проверь, пыль есть там или нет. Теречка. Африка. Вот так. Марсель сегодня опоздал на целую кастрюлю. И теперь получит просто пайку в обычной тарелке. Называется проспал кастрюлю. И только Тиффани ничего не интересно. Я тинь-тинь-тинь-тинь тоже вижу. Посмотрю, где тинь-тинь-тинь-тинь в будке. Отсюда не видно, но есть там он. Идите, я спасу, иди, маленькая. Иди, спасу, иди. Жалуются. Собаки гоняют. Марсель, иди сюда уже. Марселька. А что мы там делаем? Вычесываем. Пошла, а, пошла жаловаться? Пошу жаловаться, Арти. Марселька. Ну так что, мы идем на кухню или нет? Видите, как тяжело все проспать. Он обиделся. И обиделся, да. И пошел на второй этаж. Что за человек этот Марсель? Так, едем за кормом. За кормом собираемся? Хорошо, едем. У нас сегодня 4 мешка корма заказала. Ужас, как вы много едите.